Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о пустых баночках, а именно о продуктах, которые у меня уже закончились, или если они не закончились, то я их также выбрасываю или отдаю кому-то по той или иной причине, и очень детально вам уже смогу сформировать мнение, почему избавляюсь от того или иного продукта. Это первое видео из двух, потому что продуктов у меня здесь накопилось, как обычно, очень много, и если вам интересно услышать мое мнение об этой продукции, то, конечно же, оставайтесь и продолжайте смотреть. Первое, что мне попадается под руку, это вот такой вот бальзам для волос, восстановление и защита. Это новая линейка, которую я нашла просто вот в супермаркете, когда ходила между рядами. Мне срочно нужен был какой-то бальзам. И это марка Dr. Santé. Я не знаю, наверное, так произносится. Она идет как бы с намеком на органическую марку, потому что здесь написано 0% парабенов и минеральных масел. Как бальзам мне понравилось, за свою цену нормально, ничего сверхъестественного, то есть обычный типичный бальзам, который можно найти в супермаркете, чудес не делает, но в то же время, если что-то срочно нужно, то это неплохой вариант. Наконец-то я добила свою огромную банку шампуня от Brillil. Это золотая серия, шампунь с гиалуроновой кислотой. На самом деле понравился мне этот продукт, единственная такая большая банка, конечно, уже выматывает, потому что хочется чего-то другого попробовать, но пока это не закончилось, вроде как и покупать тоже ничего не хочется другого. Хороший шампунь, вот я сейчас пользуюсь другими шампунями, и вот как-то я за ним даже скучаю, поэтому я думаю, может быть, маленькую баночку куплю именно этого, или может быть другую серию, но в целом продукция Brillil мне очень нравится, поэтому, может быть, серию с макадамией попробую, ну какой-то шампунь точно куплю. Также закончилась у меня мицеллярная вода от Garnier, очень люблю мицеллярную воду Garnier или L'Oréal, для меня они, в принципе, на одном уровне стоят. Мне нравится тем, что они не щипят глаза абсолютно, то есть можно макияж с глаз одним таким вот буквально движением ватного диска удалять, очень деликатно, очень классно, для всего лица у меня есть другие продукты, а вот конкретно вот это использую всегда для глаз. Следующий продукт очень я люблю, это скраб от Faberlic, малина и белый шоколад. Потрясающий просто скраб, он выглядит как малиновое варенье, как малиновый джем, очень вкусно. Тоже пахнет вообще безумно просто классно пахнет, очень хорошо тоже скрабирует, у него такие частички, как косточки малины настоящие, очень хорошо справляется именно со своей задачей скрабирования, и при этом классно выглядит тоже и классно пахнет, поэтому 100% рекомендую, если вы ищете скраб, то очень классный вариант. Оставаясь в линейке Faberlic, тоже закончился у меня гель для душа. Этот был конкретно грациозный гиацинт. Запах мне этот как-то не очень нравится. Может быть, мне просто не нравится, как пахнут гиацинты, но вообще вот запах не химический, то есть нормальный, но конкретно вот именно вот этот цветочный запах мне не очень был, поэтому, скорее всего, больше его не возьму. Сейчас пользуюсь ванильным, и ванильный мне намного больше нравится по запаху, поэтому я бы его, наверное, больше рекомендовала. Но, в общем-то, тут каждому свое. И тоже я здесь вижу еще крем для рук от Faberlic, который я о нем уже упоминала и говорила, что мне он понравился. Это их самый увлажняющий крем для рук. Называется он «Интенсивное питание для сухой и склонной к сухости кожи». Он с маслом макадами. Мне из Faberlic вот этот для рук крем больше всего нравится. У него, возможно, не самый какой-то приятный аромат, не самый какой-то, не самая какая-то особенная текстура, но он действительно самый увлажняющий. Остальные кремы для рук я использую, да, они могут приятнее пахнуть, они могут там быстрее впитываться, но тем не менее руки сохнут тоже быстрее. Вот с этим увлажнения хватало, ну, может быть, даже на пару дней. То есть действительно очень неплохой крем. Давайте немножко по декоративке пройдемся. Закончилась у меня пудра от Tarte. Называется она... Я уже давно ее не пользовалась, уже забыла даже, как она называется. Amazonian Clay Full Coverage Airbrush Foundation. Это тонирующая пудра, она идет вот такая вот тут с сифтером, и к ней идет специально тоже кисточка, которая ее набирает. Мне эта пудра нравится. Я ей пользовалась очень часто
где-то, наверное, год назад, потом как-то она у меня забросилась, и я решила ее вот уже добить, потому что там осталось буквально, может быть, 1 грамм этой пудры. Я ее допользовала, покупать заново не буду, потому что сейчас как-то я пудрами не очень часто пользуюсь, у меня кожа стала более сухая, и мало есть таких пудр, которые мне сейчас подходят и комфортно ощущаются на лице. Кстати, меня тоже спрашивали, какую пудру можно купить для сухой кожи. Для именно сухой кожи я вообще пудру не рекомендую покупать, потому что они в любом случае будут смотреться хуже, чем жидкие тональные основы. Но, как вариант, можете присмотреться Kika Soft Focus. Она одна из самых таких неплохих пудр для нормальной, немножко склонной к сухости кожи. Также избавляюсь я от палетки Gauche. Это палетка Shadow Collection 9 Shades. Больше здесь ничего не написано. И у меня конкретно это номер 003 To Play With in Vegas. Ой, сейчас ее открою. Выглядит она вот так вот, то есть эта палетка очень ярких оттенков, но почему избавляюсь, потому что она только тут выглядит яркой, а когда начинаешь набирать какой-то оттенок, вот, к примеру, персиковый там, или, я не знаю, какой-то голубой, вот на сводчик вроде кажется и неплохо, но когда наносишь это на глаза, они очень быстро теряются и практически вот какого-то красивого цвета они не передают, очень меловые. Ну, в общем-то, абсолютно меня конкретно эта палетка не впечатлила. Я смотрела, девчонки делают обзор на другую серию, вернее, серия та же, другие просто палетки, другие растяжки оттенков, и хвалят эти палетки. Я не знаю, конкретно вот эта цветастая такая мне вообще не впечатлила, поэтому я от нее избавляюсь. Также избавляюсь я и от CC крема от Faberlic. Я им пользовалась, где-то, наверное, половину я использовала. Ну, у меня сейчас просто есть намного лучшие аналоги. И в Faberlic я не могу найти какое-то такое средство, которое бы мне заменило те продукты, даже вот из масс-маркета, которые я люблю. Например, Bourjois Healthy Mix Serum мне намного больше нравится, чем любой тон Faberlic. И тот же Max Factor тоже мне намного больше нравится. У Faberlic какая-то особенная текстура тональных кремов, она какая-то немножко липкая, и она вот такое вот липкое ощущение остается на коже даже после того, как уже тональная основа усядется у вас на лице, все равно какое-то ощущение вот есть такой небольшой липкости, и вот это мне не нравится в этих тональных основах, хотя выглядит вроде как и неплохо. Не знаю, не подружилась я еще ни с одной настолько сильно, чтобы пользоваться на регулярной основе, поэтому пока есть что-то лучшее, вот это мне просто не нужно, оно валяется без дела. Абсолютно то же самое касается и другой тональной основы. Это я тоже пользовалась, где-то, может быть, 1/4 часть я ее использовала. Secret of Youth – это серия тональный крем, сыворотка с омолаживающим эффектом «Секрет молодости». Ну, не пошло по сравнению с тем, что у меня есть еще. Вот просто не идет, она стоит. Вот если у меня ряд моих тональных основ, к ним у меня рука не тянется. Я возьму или Bourjois, или я возьму Too Faced, или я возьму еще что-то. Но вот конкретно к этим почему-то не тянется рука, поэтому я их не могу тоже рекомендовать по этой причине. И закончим на позитивной ноте с вами. Покажу вам средство, это тоже Faberlic, средство для уборки ванной. Безумно мне нравится это средство. Я, наверное, уже таких бутыльков использовала штук, ну, 10, наверное, точно, вот, чтобы не соврать. Меня спрашивали, не воняет ли оно. Для меня оно вообще не воняет. У меня не очень острый нюх, поэтому, когда многие жалуются на какие-то средства, я вообще не замечаю, чтобы они как-то неприятно пахли. Мне оно пахнет каким-то, ну, вот, искусственным лимоном или вот чем-то вот таким вот. Не воняет абсолютно ничем неприятным. Очень круто очищает ванну, раковины, все вот поверхности ванны. Вообще отлично. Средство нужно совсем немножко на какую-то губку нанести, оно пенится, и вот буквально с одного раза вот так вот протрешь, и все блестит просто. Поэтому очень-очень классное средство, всем его рекомендую, если вы занимаетесь домохозяйством, вот обратите на него внимание. Реально очень классно и стоит дешевле, чем какие-то средства из супермаркета. А на этом я буду видео заканчивать. Если вам нравится такого рода видео, то подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали, потому что скоро выйдет тоже вторая часть с пустыми баночками, потому что мы еще с вами не закончили, тут еще достаточно много всего осталось.
А пока на этом я с вами прощаюсь и увидимся в следующих моих видео. Пока! Но то же самое я просто повторю на втором глазу. Здесь у меня даже лучше получилось передать вот эту форму, которую я хотела задать. То есть она здесь у меня в более такой мягкой тушевке, здесь более четко видно границы. И там одним из пунктов я говорила, что очень важно понять еду, которую вы употребляете. Для меня эта тема вообще стала открытием, потому что раньше я особо не заморачивалась, чтобы именно так глубоко изучать вопросы питания.